Традиции Самарского дворца ветеранов провожать лето такими широкими гуляниями уже более 10 лет. На первый взгляд может показаться, что это обыкновенное застолье, но на самом деле это часть праздничной конкурсной программы. Ежегодно осенью члены общественных организаций города со всех районов Самары собираются во дворце ветеранов, чтобы поучаствовать в празднике «Осенний калейдоскоп». Садоводы и огородники со стажем выставляют на оценку продукты, которые смогли вырастить на собственных участках, и блюда, которые из них приготовили. Как отмечают участники конкурса, это и радость общения, и шанс продемонстрировать свои навыки садовода и кулинара. Помимо всего этого, это и соревнования. У кого интереснее, кто что вырастил, каких размеров, поделиться, посмотреть. К этому времени активисты готовят какие-то творческие выступления. То есть мало того, что показать и накрыть стол, да, еще и продемонстрировать в стихотворной песенной форме те достижения, те результаты летних и дачных трудов. Праздник впервые за 2 года прошел не в онлайн-формате, а собравшиеся такой возможности только рады. Кто-то давно не видел своих друзей и подруг, и вот наконец-то выпала возможность собраться вновь за одним столом. У нас 2 года мы в изоляции, мы проводили это только по интернету, а сейчас вживую, люди увидели вживую, могут посмотреть, попробовать, пощупать и посмотреть в глаза друг другу и сказать, как это все вкусно. Проводы лета прошли под зажигательные мотивы народной музыки коллектива из Кинеля «Перезвоны». Участники совсем недавно вернулись из Москвы, где в составе команды от Самарской области поборолись за призы программы «Поле чудес». В конце праздника участники конкурса получают подарки – карты в продуктовые магазины и полезные аксессуары для кухни. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События.